Яркий, а самое главное, долгожданный день выдался сегодня у сотрудников Иркутского торгового центра «Карамель». Он был закрыт почти 2 месяца. Все это время в здании устраняли выявленные нарушения правил пожарной безопасности. А их было немало, начиная от неисправной сигнализации, заканчивая отсутствием системы дымоудаления. Все это в случае возгорания могло стать фатальным для сотрудников и посетителей ТРЦ. Изначально суд обязал собственников здания исправить нарушения до 13 мая. В срок не уложились. Поэтому запрет на работу был продлен до 6 июня. На сегодняшний день все замечания сотрудников МЧС и прокуратуры устранены. Чем не может похвастаться Иркутский развлекательный центр Ice People. Он также был закрыт в апреле, но о скором открытии здания речь пока даже не идет. В ходе проверки установлено, что те нарушения, которые ранее выявлялись прокуратурой города, не устранены в полном объеме. Также выявлены новые нарушения требований пожарной безопасности. С учетом выводов заключений специалиста, судом было отказано в удовлетворении заявления ответчика о снятии обеспечительных мер.